Привет всем из Токио, хотел совместить приятное с полезным и снять для вас видео. Я собираюсь сейчас в Москву, купила много разных сувениров, подарков, сладостей, косметики, пищевых добавок. Решила, почему бы вам не показать, что сейчас популярно в Японии. Я тут, можно сказать, уже на чемоданах покажу вам такой вот чемодан от Louis Vuitton. Сделан из лаковой кожи бордового цвета. Здесь, как на многих сумках Vuitton, используется бежевая кожа. Такая вот молния, удобный размер для ручной клади. Конечно, такой чемодан я бы не стала сдавать в багаж, потому что его просто жалко, наверное, он поцарапается. Также на молнии есть вот такой вот классический замок золотого цвета с ключиком. Сейчас я буду складывать в него и в другой большой чемодан все, что я купила. Итак, что я везу из Японии, какие сувениры покупаю. Вот такой вот чай. В этот раз я купила несколько разновидностей в подарок. Это из города Киото, очень дорогой, хороший чай от марки, которая называется Itokyumo. Даже написано, что эта марка старейшая, она производит чай с 1832 года. Зеленый чай, вот такие вот коробки, и в них 10 разновидностей разного зеленого чая. Красиво оформлено, думаю, что будет хороший подарок. И купил еще в подарок матча капучино. Называется, я думаю, наверняка вы все знаете, в последние годы, наверное, самый популярный напиток. И это та же старейшая марка из Киото, которая производит чай и разные сладости с японским чаем матча. Очень вкусное вот это вот капучино, у меня вот точно такой же, уже не первая коробка, я его часто покупаю. Внутри входят пакетики. Просто высыпаете в чашечку, заливаете кипятком и, помешав ложечкой, образуется густая пенка. Даже написано, что можно пить как холодным, так и горячим. Если делать классическое горячее капучино, то 130 мл нужно добавлять. А если со льдом, то тогда 100 мл. Но здесь, видимо, учитывается, что нужно еще положить лед, и он растает. В упаковку входит 20 штук. Вот этот капучино действительно очень вкусный, с горчинкой, из настоящего хорошего чая. Красивая коробка с шоколадными конфетами в японском стиле. Я думаю, что как сувенир, конечно, это очень интересно. Интересно. Оберточная бумага кремового белого цвета. Вместо бантика, видите, вот такой вот шнурок. Красиво упаковано. Это тоже шоколад с японским чаем матча. И третья разновидность чая. Большая коробка. Немножко попроще, но тоже очень хорошая. Я часто покупаю вот эту вот и вот эту разновидность. В этой коробке по 20 штук у каждого чая. Обычный матча зеленый. Матча с обжаренным рисом. И последний это обжаренный зеленый чай. Он более вот такого вот коричневого цвета. Огромная коробка. Тоже беру в подарок. Из японских вкусняшек взяла вот такие вот штучки. Мне тоже очень нравятся. Это орешки и крекеры соленые. Они, видите, вот здесь нарисована картинка пива. Видимо, предполагаются к пиву. Ну, можно с зеленым чаем, с другими напитками, со вкусом креветок. И внутри входит несколько маленьких пакетиков. Не обязательно открывать всю упаковку. Может быть, вы помните, в каком-то влоге из Токио я показывала очень известную дорогую марку, которая производит посуду с золотом Уруси. И покажу вам вот такие вот тарелочки. Они очень легкие, потому что они сделаны из дерева. Несколько штук, они все одинаковые. Красивый дизайн, мне кажется, очень стильный, видимо, плоской кистью сделан золотом. Здесь одна часть более матовое золото и второе более желтое, немножко есть отличие. Еще маленькие тарелочки, квадратные, они, в принципе, предназначены для десерта. В Японии используют вот такие вот маленькие тарелочки, то есть на них можно положить на печенье к чаю. Тоже из этой же серии. Рисунок здесь одинаковый, но он немножко везде отличается, потому что ручная работа, если приглядываться очень близко, то видно, что вот эти вот штрихи сильно отличаются, они разные. И дальше мы плавно переходим к косметики. Конечно, я везу косметику, маски покупаю и родственникам, и друзьям. В этот раз я взяла вот такую вот разновидность. Я снимала отдельное видео о японских масках. Если вам интересно, поподробнее посмотрите. Производство Япония. В одну коробочку входит 4 тканевые маски увлажняющие, которые нужно прикладывать к лицу на 15-20 минут. Прекрасно увлажняет кожу, разглаживает мелкие морщинки. Очень приятный состав у этой маски. Он нежный, и сама ткань очень нежная. Она подойдет даже для чувствительной кожи. Того, что я пробовала, это очень популярные сейчас маски. Есть 3 разновидностей. Купила 2 из них. Одна такая же, как я вам показывала, с уклоном на уход под глазами. И также есть лифтинг для лица. Сейчас очень популярны вот эти вот маски. Это новинка, японская марка Flo Fushi. Они с полезными бактериями. Нормализуют баланс бактерий как бы на коже. И своя кожа со временем становится лучше. Использовать нужно 2 раза в неделю. Хорошие маски. В коробочке входят всего по 2 маски.
также все очень любят японские средства для снятия макияжа, очищения кожи. Я в этот раз много не покупала, купила только гидрофильное масло. Это масло от Shiseido, это линейка, которая продается только в Японии. В этом видео я вам показываю средства, которые продаются только в Японии. То есть это не международная линейка Shiseido. Поэтому под видео я вам оставлю ссылку на интернет-магазин, в котором есть доставка во все страны мира. Некоторые ссылки будут внизу. Такое вот гидрофильное масло, вот эта вот линейка очень популярна. В Японии она продается в основном в аптеках, в аэропорту. Shiseido называется линейка Senka. Это гидрофильное масло, и я к нему, наверное, куплю пенку. У них есть кремовое мыло, которое нужно вспенивать, и есть уже готовая пенка. 230 мл. Вот медицинская компания Kobayashi Seiyaku. Помните, я вам показывала вот такие вот разные-разные средства. И я купила в подарок лосьон и крем. Мне очень понравились вот эти вот средства. Они с церамидом. Это как либо антивозрастной уход, но также они подходят для очень чувствительной кожи. Запатентованные ингредиенты. Показываю в отдельном видео, если интересно, посмотрите. Хорошая очень косметика, без запаха, без красителей, без парабенов. Разные проведены тесты на покраснение, на сжение. Если у кого-то кожа раздраженная, то рекомендую попробовать. У меня кожа не чувствительная, но тем не менее у меня уже заканчивается второй лосьон. Вот это мой лосьон. 180 мл большой. Это тоже 180 мл. До этого я вам показывала 120 мл. Флакон был у меня небольшой, он тоже уже закончился. Это лосьон эссенция. Он жидкий, но не совсем как водичка. Такое впечатление, что он смешан с эссенцией. Моментально увлажняет, питает кожу. И церамиды, как их еще называют, керамиды, делают кожу очень красивой. Купила лосьон и крем. Крем входит 40 грамм. Такая беленькая коробочка. Этой же марки Kobayashi Seiyaku купила еще вот такое вот средство от выпадения волос. Можно пользоваться как женщинам, так и мужчинам. Баллончик зеленого цвета. Написано, что нужно втирать 2 раза в день. Это я тоже купила в подарок. Тоже так как компания медицинская, официально заявлен рост волос и также от перхоти. Коробочка рассчитана на 60 дней. И средство нужно втирать в кожу головы 2 раза в день, утром и вечером. Капли для глаз обязательно покупаю в Японии. Меня все просят привезти. Они очень хорошие. Я и сама пользуюсь. А в этот раз у меня вот такие вот 3 разновидности. Сейчас я пользуюсь вот такими вот синенькими. Их нужно использовать на ночь. В японских каплях есть такая вот шкала свежести, так можно сказать. Если на ней стоит 4-5, то эти капли будут пощипывать глаза, но зато здорово очень освежать их ментолом. А вот этот вот вариант очень мягкий. Здесь написано 2, они глаза не щипят. Красивый граненый флакончик. 13 мл входит. Снимает напряжение на глаза. Очень сильно устают глаза, поэтому у меня всегда в сумочке лежат обязательно какие-нибудь капли. Днем я сейчас использую вот такие вот зелененькие. Их же я купила в подарок. Мне они тоже очень понравились. Красивая тоже упаковка. И они мягкие. Снимают красноту и снимают напряжение, усталость в глазах. Когда глаза пересушены, можно пользоваться тоже несколько раз в день. Шкала свежести здесь тоже 2. То есть они не очень сильно мощные, не будут сильно щипать глаза. От одной и той же японской марки. Тоже ссылку вам обязательно оставлю внизу. А до этого я использовала вот такие вот капли. Витамин B6 и хорошие тоже очень капельки. Мне кажется, они самые-самые распространенные. После того, как вы капли уже открыли, очень долго их лучше не использовать. Примерно в течение месяца нужно использовать. Тоже у них степень свежести 2. Smile 40 называется. Вот очень хороший. И я купила в подарок такие же, но вот эти вот они еще популярнее. Тоже Smile 40 Gold. Также здесь добавлены все те же витамины. И вот так вот они выглядят внутри. Упакованы, закрыты в золотой коробочке. Японские капли, конечно, очень хорошие. У меня всегда лежат в сумочке. И обязательно я с собой беру в ручную кладь, в самолет. Потому что в самолете особенно воздух сухой, глаза пересыхают, особенно когда длительный перелет. Из Токио в Москву 9,5 часов лететь. Воздух очень сухой, капли я использую обязательно. Японские витамины, пищевые добавки считаются лучшими в мире. Они самые безопасные, они всегда без красителей. Знаете, я когда смотрю витамины от европейского производства, добавлены красители, почему-то таблетки розового цвета. Не очень приятно, поэтому все пищевые добавки я стараюсь употреблять японского производства, не потому что я нахожусь в Японии, а потому что они действительно считаются лучшими в мире. И я купила мультивитамины родственникам. Здесь уже сбалансированный комплекс мультивитаминов. Нужно пить по 4 таблеточки в день. Сбалансированный комплекс мультивитаминов, минералов. И также добавлен коэнзим 10, Q10. Это медицинская компания Kobayashi Seiyaku. Мне очень нравятся от нее разные пищевые добавки, так как компания медицинская, она производит лекарственные средства, поэтому витамины, пищевые добавки у них тоже всегда очень хорошие, качественные, действенные и безопасные. Витамины для глаз я тоже
тоже пью вот такие же. Купил тоже в подарок две штуки. Также производство Японии. Лютеин, разные ягоды входят. Конечно, очень полезно принимать вот такие пищевые добавки, потому что такое количество полезных веществ сложно очень получить из обычных ягод. То есть вы же не будете есть каждый день по несколько килограмм, предположим, черники. Интересная пищевая добавка – чеснок. При простуде часто говорят, что хорошо чеснок. Конечно, свежий чеснок употреблять мало кто может себе позволить. В Японии даже популярны инъекции, особенно вот в зимний сезон, когда простуд много чеснока. Это вот такие вот пищевые добавки, нету запаха от усталости, от простуды. В Японии очень популярны вот эти вот добавки из чеснока. Принимать нужно по 3 штуки в день. Пакетик рассчитан на 35 дней, то есть чуть больше месяца. У меня уже полный чемодан, нужно доставать второй. Дальше, везу коллаген. Конечно, коллаген обязательно, показывала вам в нескольких видео, рассказывала более подробно. Поищите обязательно в предыдущих видео, если вам интересно. Первый раз я ее попробовала лет 10 назад, действительно действенный коллаген из плавника акулы. Именно коллаген из плавника акулы намного лучше усваивается, и он более эффективный. Внутри входят пакетики с гелем, и здесь написано, что можно пить от 1 до 3 штук в день. Но я всегда пью по одной штуке, потому что 3 штуки – это очень много. Такой вот коллаген из плавника акулы с японским жемчугом для красоты кожи. Пьют все мои знакомые, все друзья, очень всем нравится. Тоже производство Японии, марка называется Ginza Tamata из Токио. И также новинки. Помните, я вам тоже показывала. Это плацента из очень дорогой дамасской розы. 100% это плацента сделана из розы. То есть здесь нету добавления ни свиной плаценты, ни какой-либо. И вот эта вот плацента официально доказана, заявлено, что она в 3 раза мощнее, чем свиная плацента. Та же самая марка Ginza Tamata. Конечно, обязательно везу в подарок. Она тоже в виде геля. Здесь входит всего 300 грамм и 30 штучек. Курс на 1 месяц. Кожа, конечно, очень преображается после этих средств, и плацента, и коллаген, который я вам показала перед этим, они просто шикарные, очень действенные. Вот такая вот сейчас новинка в Токио, впервые в мире плацента из розы. Пищевых добавок везу всегда очень много. Взяла еще вот такую вот гиалуроновую кислоту. Очень удобно, она не тяжелая. Вот такие вот маленькие пакетики. Гиалуроновая кислота для увлажнения кожи изнутри. Даже медицинская компания Kobayashi Seiya, купить можно по 1 таблеточке в день. Еще вот такие вот пищевые добавки, которые принимают для отбеливания кожи. Ну, не для отбеливания, в смысле, чтобы осветление кожи, а именно вот от пигментных пятен. Написано по-японски «Shimi Subakas» – это пигментные пятна. Внутри маленькие таблеточки, их удобно пить, легко глотать, но вот пить их нужно здесь по 6 штук в день, довольно-таки много. Я тоже пила такую же пищевую добавку, я вам показывала. Я обычно разделяла на 3 приема, либо можно на 2 приема разделить. И немножко люксовых подарков покажу вам тоже, что я везу. Это японская марка Suko, она продается тоже только в Токио и в Лондоне. То есть, в принципе, если вы едете в Лондон, вы можете тоже найти эту марку. Это новинка, тональная основа. Жидкая, ее нужно встряхнуть, в нее входит увлажняющая эссенция. Очень красивое тонкое подкрытие, не подчеркивает ни шелушения. Идеально лежит на коже, мне очень понравилось, поэтому я купила в подарок. В марке Suko купила румяна тоже в подарок. У меня точно такие же румяна есть, поэтому давайте покажу вам свои. Вот такой вот плоский тонкий кейс, лаковый черный, очень красивый. У меня в оттенке номер 7, много очень красивых оттенков, 06 очень красивый, нежный, а также из новых оттенков 09, по-моему, бежевый. Это румяна с очень красивым сиянием. Тональная основа тоже с очень тонким покрытием, тоже многим нравится, мне тоже в том числе хорошо для повседневного макияжа, для незаметного макияжа, прекрасно выравнивает тоже тон, от марки Kogendo. Невидимое покрытие, очень-очень легкое. Купил еще несколько помад, и вот такие вот помады от
Canable Nasol, увлажняющая линейка, очень хорошая, мне нравится. Приятная текстура, без запаха, очень увлажняющие помады. Также купила в подарок Shiseido, да, тоже вам показывала линейка, которая не идет на экспорт. А вот такие вот красивые флаконы с белыми цветами, Benefic ее называется линия. Еще очень популярная в Японии помада называется Opera, тоже купила. Это легкая очень помада, она полупрозрачная, но оставляет тинт на губах, и губы смотрятся с ней очень сочными и гладкими. Красивые помады, они не очень дорогие в Японии, купила тоже в подарок. Последнее, что я вам покажу, одна из самых-самых дорогих и самых популярных тоже пищевых добавок для красоты кожи, для молодости кожи. Называется она вот так вот Бису, это экстракт ласточкиного гнезда. Дорогая очень пищевая добавка, считается одним из самых эффективных косметических средств для омоложения кожи, восстанавливает клетки, укрепляет иммунитет, глубокое увлажнение кожи и даже лифтинг эффект. Очень интересно попробовать, обязательно вам о эффекте расскажу в следующих видео. Я купила две упаковки, одну себе и одну своей знакомой, так как в Москве это стоит очень дорого. Очень редкие компоненты, они берутся из Малайзии, и пищевая добавка производится в Японии, японской компании. Давайте откроем мою коробочку и посмотрим, что там внутри. Я сама еще не видела. Вот так вот все серьезно здесь заклеено, печатано. Посмотрите, такая вот коробка открывается наверх. Приятный запах даже у коробки. Я потом сниму, покажу вам поближе. И внутри вот такие вот пакетики с гелем. Пакетики еще похожи на коллаген и плаценту, которые я пила. Давайте попробуем на вкус. Мне очень интересно, а вдруг она невкусная, и мне тогда придется бежать сейчас за водой. Она нормальная на вкус, я бы сказала, даже вкусная. Сладкая, немножко с кислинкой. Густое желе и напоминает вкус меда. Запах и привкус похож чем-то на мед. Буду пить и вам потом более подробно расскажу. Такие вот японские пищевые добавки, конечно, и плацента шикарная, и коллаген шикарный. Кожа после пропития вот таких вот добавок просто сияет изнутри. Я надеюсь, что это тоже подействует. Пока, конечно, ничего сказать не могу. Вот первый пакетик только открыла при вас. На этом я заканчиваю видео, иду паковать чемодан. Один чемодан у меня уже полный. Как всегда, ничего не помещается, так что если вы приезжаете в Японию, берите с собой пустой чемодан. Много всего интересного. И косметика, и декоративная косметика, и уходовые средства, и разные маски, и вот такие вот шикарные пищевые добавки. Надеюсь, вам видео было интересно. Жду, как всегда, ваших комментариев. Я с вами на этом прощаюсь. Всем до свидания из Токио.